We are going to begin the funeral service for Mr. Eugene N. Scheer. I'd like to welcome everyone via live stream who is here on behalf of the family, and I'd like to welcome the family who are present with us here at the chapel. I'd also invite you, if you have a cell phone, to place it into silent mode at this time or turn it completely off. Services will be conducted by Rabbi Misha Tillman. Когда-то очень давно, более 25 лет назад, я был еще молодым человеком и учился в раввинистической академии, у меня был учитель, совершенно уникальная личность, он был историк по специальности, причем выдающийся историк. Он, собственно говоря, основал целую область исторических исследований, историю американского еврейства, он написал самую первую монографию на эту тему. Дожил почти до 100 лет, двух недель не дожил. Вот я был последним курсом, на котором он преподавал. Ему было 98,5 на тот момент. Мудрейший был человек, голова была светлейшая. И вот как-то у нас зашел разговор во время занятий о похоронах. И доктор Маркус, так его звали, доктор Маркус, Джейкоб Рейдер Маркус, он мне сказал такую вещь. Он говорит: «Майкл, запомни раз и навсегда. Пять минут. Должно быть достаточно, чтобы сказать все важное об абсолютно любом человеке». Если честно, меня поразили эти слова тогда. Я был молод, как многие молодые люди, я воспринимал смерть несколько драматично. Но когда я начал свою практическую деятельность в качестве раввина, я понял, насколько был прав вот этот старый мудрый человек. Лет через 5 после той беседы я уже находился здесь, как раз вот тут недалеко, в Скоке. Я сидел дома одной семьи, у них ушел из жизни папа, двое сыновей. Я процитировал своего учителя. Один из сыновей сказал, он говорит: «Ну, Рэбби, это же очень грустно». Я говорю: «А что тут грустного?» Он говорит: «Вся человеческая жизнь за 5 минут». И я ему ответил, совершенно не думая, вдруг само вырвалось. Я говорю: «Ну, что это за книга, если вы не можете мне за 5 минут сказать, о чем она?» Жизнь – это книга. Как всякая книга, она имеет начало, как всякая книга, она имеет окончание. И когда мы теряем родных и близких, то мы собираемся вместе не только для того, чтобы скорбеть, поддерживать друг друга в эту очень трудную минуту, но также, что более важно, для того, чтобы вместе созерцать ту книгу, которую наш дорогой, любимый человек нам оставляет. Сегодня мы здесь для того, чтобы вместе размышлять над Жениной книгой. Сегодня грустный, тяжелый для всех нас день, но сегодня также и день, когда мы не можем не испытывать гордости за то, каким человеком был Женя, какое наследие он после себя оставляет. Это не причина для грусти, это причина для гордости. И книга есть книга, в книге есть главы. Какие-то главы заставляют нас смеяться, какие-то заставляют нас плакать. Какие-то вселяют в нас гордость, какие-то удручают. Это жизнь. Мы все такие. У каждого своя книга. Но самое главное, что когда люди собираются и размышляют о нашей книге, чтобы у них были основания сказать, что эта книга будет для нас и впредь источником вдохновения, источником радости. И сегодня мы с полным правом и уверенностью можем именно это сказать о книге, которую оставляет нам наш дорогой Женя. Как мы пишем книгу? Каждый из нас пишет свою. Царь Соломон 3000 лет назад написал произведение, которое вошло потом в канон, так сказать, еврейской Библии, Танаха. Оно называется Коэлет на языке иврит, Экклезиаст, так оно, его принято по-русски называть. И вот там, в главе 3, он размышляет о том, что мы, конечно, во времени, это очевидно, мы рождаемся, мы умираем, это понятно. Но в ходе жизни, в ходе нашего жизненного пути мы переживаем все. Хорошее, плохое, приятное, болезненное – это жизнь. И вот задача каждого человека является сделать так, чтобы каждый из этих жизненных опытов был осмысленным, значимым. И вот так мы пишем главы своей книги. Вот так эта книга возникает. Слова царя Соломона, глава 3, Коэлет. «Лахор зман вет лахор хевес тахада шамаим.
Этла ледет ветла мут. Этла тад ветла корна туа. Этли фроц ветли внут. Этли вкод ветли схок. Эцфот ветра код. Этла шлехаваним ветк носаваним. Этла гавок ветли рхок мегабек. Этла вакеш ветла бед. Этли шмор ветла шлех. Этли кров ветли тпор. Этла хашот ветли дабер. Всему свое время и время для всего под солнцем. Время рождаться и время умирать. Время сажать и время вырывать с корнем посаженное. Время разрушать и время строить. Время плакать, время смеяться. Время скорбеть, время танцевать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обниматься и время воздержаться от объятий. Время искать и время терять. Время хранить и время отдавать. Время разрывать и время зашивать. Время хранить молчание и время говорить. Время говорить и время вспоминать, и время созерцать ту книгу, которую оставляет нам наш дорогой Женя. Первая глава этой книги является не самой веселой. Женя родился в 1941 году, за 2 месяца до войны, в Воронеже. И он является представителем того поколения, которое мы в Советском Союзе называли «дети войны». Так их называли. И это было поколение, которое, конечно, они не воевали, они были маленькие, но они все равно прошли через страшные вещи. В 2 месяца грудным ребенком его эвакуировали. Это было тяжелейшее испытание для всей семьи, само собой разумеется, практически с последним эшелоном, да, эвакуировали завод. И практически все вот представитель этого поколения, кто родился в 41-м, 42-м, 43-м годах, мой покойный папа, ровесник Жени, моя покойная мама на 2 года моложе, они все в детстве из-за вот этих тяжелых, страшных условий перенесли то или иное заболевание, с ними случились те или иные вещи, которые впоследствии оказали влияние на их здоровье, на всю жизнь. Когда организм стареет, это все начинает проявляться. И да, это не самая веселая вещь, я это не говорю для того, чтобы нам стало жалко Жене. Дело не в этом. Мы просто должны понять, в каких условиях Женя, вообще все эти люди, все это поколение, они росли и строили потом свою жизнь. На каком основании? На чем? Ну, про годы в Башкирии я говорить не буду, потому что Женя их сам тоже помнил очень смутно, вернее, не помнил совсем. Их помнила Стелла, но не он. Стелла просто старшая сестра. А вот самое главное, конечно, вспомнить то, как семья переехала в Ригу, тогда уже освобожденная от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году. И с тех пор вот вся Женина жизнь, ну, до приезда сюда, в Соединенные Штаты, связана в той или иной мере с прибалтийскими территориями Советского Союза. Ну, сейчас семья в Клайпеде жила, это уже с другой стороны семьи. Ну, Мемель, если правильно, мы об этом говорили. Рига. Ну, а затем, конечно же, Ленинград, прекрасный город на Неве. Вторая глава Жениной жизни, аспект его книги. О, Женя был голова, как говорили в Союзе. Человек был толковый, умный и, главное, искренне стремящийся к знаниям. Для него образование было важно, он образование ценил, сам к нему стремился и считал, что все его члены семьи, все должны также стремиться именно получить образование. И тут факты говорят сами за себя. Он закончил 2 института, не один, а 2. Калининградский рыбный институт, ну, примерно он так назывался, может, мы не очень точно название передали. Да? А затем, естественно, в Ленинграде институт морского транспорта, кажется, да, или водного транспорта. Примерно он так назывался. Да? И хочу подчеркнуть такую вещь. Он их закончил заочно. А это что значит заочно? Это значит, человек у себя дома в Риге работает на полную ставку, полный рабочий день. А там, и когда семья у него же была. А когда-то еще надо учиться. Ой, учился. И 2 раза в год надо было на сессию ездить. Сначала в Калининград, потом в Питер. Легко это было? Ну, сами понимаете, что нет. А он это добился этого с отличием. Затем получил степень кандидата экономических наук. Между прочим, Женя же начал работать в 14 лет.
Сейчас это немыслимо. Ну, немыслимо для нас, понимаете, чтобы 14 лет пошел работать человек на полную ставку. А он начал 14 лет работать, начал с трудовую 14 лет. Это он начал там киномехаником, значит, работать. Потому что надо было семью поддерживать. После военные годы это тяжелое, тяжелое дело. И вот с тех пор, вот я буквально скажу, с тех пор он не отдыхал. У него не было отпусков. Когда он уже работал, он, если отпускное время, то конструотряд его проводил. Вот таким был человеком Женя. Знание, трудолюбие. Его карьера в Советском Союзе была превосходной. Он был уважаемым человеком в своей отрасли. Он настолько произвел впечатление на огромное на, в Ленинграде, что его оставили на кафедре сначала, вот в институте, который он закончил. Он там преподавал какое-то время. А затем он работал в НИИМФ в Ленинграде. Эти сокращения советские, прям с ума от них сойдешь. Да, это НИИ морского флота. По образованию был инженер-экономист. То есть он занимался не конструкторскими вещами с кораблями, а он занимался обсчитыванием, что называется, да, значит, расчетом. Вот. Мой коллега, правда, я теоретик, а он практик. От него больше толку было, чем от меня. Но, тем не менее, его, вот его, значит, работа, она не только, не только его, значит, посылали в Ленинград или там какие-то прибалтийские пункты, но он объездил весь Союз. Он везде был, где есть порт, там был Женя. Он был в Мурманске, или на жаргоне Мурманск называют. Он и в Баку был, в Одессе, само собой. Где есть порт, там был Женя. По всему Союзу. Правда, в море он не выходил, чего он очень хотел. Он всю жизнь мечтал уйти в море. Но оставался на причале и обсчитывал. Такая была у него жизнь. Но все равно это была плодотворная жизнь. У каждого человека есть какие-то мечты, которые потом несбыточными оказываются. У нас у всех есть, у каждого. У него была вот эта – уйти в море. Ну, зато он был превосходным экономистом, уважаемым человеком, которого по праву любили и уважали в институте, уважали на работе. Он был старшим научным сотрудником, завотделом. То есть это был человек, который достиг больших высот. И, как я уже сказал, в его отрасли был известным, уважаемым человеком. Он очень любил свое дело и действительно многого добился. Я, знаете, также хочу сказать, что Женя был, он был членом партии. Он был коммунистом, членом КПСС. Я это говорю без иронии, я говорю без малейшего намека на критику. Потому что все то, что было плохого вот это в КПСС, в той партии, в конце Советского Союза, это была иерархия партийная. Вот кто виноват в том, что потом произошло, вот эта катастрофа. Члены партии, как Женя, они тут ни при чем. Они, наоборот, это были люди с совестью, которые прилагали все усилия, чтобы страна жила лучше. Свой вклад носили, трудились, не покладая рук. Я уже об этом сказал в Женином случае. Тут стыдиться нечего. У него были свои идеалы, у него был свой подход к жизни. Ну, а потом произошла следующая глава уже книги. Произошла та историческая катастрофа, которая оказала влияние на жизни всех людей, проживающих тогда в Советском Союзе. Именно распад страны. Женя в 1993 году приехал сюда, в Соединенные Штаты. Это была новая глава в его жизни. Кстати, институт потом закрыли, по-моему, да? Он уезжал, он еще был открыт, потом его... Так, ну, такая была, все распадалось, все закрывалось. Никому ничего не нужно было, все растаскивалось. Ну ладно, об этом не будем. Это все можно прочитать в книгах и посмотреть в документальных фильмах. Но факт то, что простые нормальные люди вот от этого страдали. Здесь, в Соединенных Штатах, было нелегко, потому что Женя, как и все вот люди его поколения, кто принял решение уехать, они выехали в том возрасте, в котором как раз эмиграция – это самое тяжелое дело. Вы уже не молоды в той мере, чтобы можно было выучить хорошо язык и поменять специальность, если необходимо. И вы недостаточно находитесь в пожилом возрасте, чтобы можно было сразу начать получать пенсию. Поэтому адаптация была непростой. Но я хочу сказать, что Женя зато получил возможность здесь посвятить всего себя семье. Поначалу ни у кого не было машины, только у Жени. И он был вот развозчиком.
Развозил всех, пап с мамой развозил по врачам, детей развозил на занятия. В общем, ему было чем заняться. Ему было чем заняться. Да, это мы должны признать, это не было его мечтой или идеалом, не чем он хотел бы заниматься, но таковы обстоятельства. В каждых обстоятельствах человек должен, что называется, действовать наилучшим доступным ему образом. Женя был человеком, который был глубоко предан своей семье. Он был прекрасным сыном. Я начну с этого. Родители его, как я уже сказал, он о них заботился и здесь, когда семья прибыла в Соединенные Штаты, да будет память их благословением. Но я хочу еще такое сказать, понимаете, в Союзе, ну, все жили скромно. Ни у кого так особо не было каких-то шикарных апартаментов, если, конечно, они не входили в номенклатуру партийную, но мы не из тех. Женя тоже, его семья. Но он, поскольку был человеком со степенью и занимал достаточно высокую должность, то зарплата у него была по советским понятиям очень хорошая. 240 рублей. Шикарная была зарплата, на самом деле. То есть все, что больше 150 считалось хорошо, свыше 200 вообще шикуемо. Вот. Но я к чему это говорю? Женя каждый месяц из зарплаты 25 рублей отдавал родителям. Он каждый месяц помогал родителям. Как бы то ни было, но он всегда это делал. Для него это было очень важно. Женя был человеком, который очень любил свою сестру и своего брата. Но дорогая сестра Стелла, я долго не буду об этом распространяться, потому что Стелла подготовила свои замечания, свои слова, которыми я с вами поделюсь, а Миша также выступит сам. Вот, но скажу, что меня с Мишей связывают давнишние отношения. Мы с ним знакомы буквально с прошлого века. Да, Миша, в 96-м, 7-м где-то мы познакомились. Ну, замечательная сестра, замечательный брат. Младший брат и старшая сестра. Тамара, дай Бог вам здоровья, дай Бог здоровья вам тоже, Стелла и Миша. Любимая супруга Жени, 60 лет прожили вместе. 60 лет – это целая жизнь. Я не могу сказать, что всегда было легко, никто этого не может сказать. Но самое главное, этот путь был пройден вместе. И тяжелые годы, и тяжелые дни, и радостные, счастливые моменты. Все это было вместе. Историю рассказать, как познакомились, или вы будете рассказывать? Я расскажу. Хорошо. Мы хотели Тамару с Женей познакомить через там, знакомых, так скажем. Она приехала на поезде. Женя ее встречал на перроне. Они друг друга не знали. То есть они не были знакомы. То есть это было вслепую. Так называется blind date сейчас по-английски. Да? Вот. Она решила так: если мне не понравится, я не выйду из поезда. Она посмотрела в окно, там стоит молодой человек с фиалками. Фиалки были, да, фиалки? Ну, Тамарочка посмотрела. Ну что, ну, неплохо вроде, вышло. Вышло, познакомились, и дальше уже было 60... Да, вот фиалки, да, Тамарочка. Дальше было 60 лет совместной жизни. И дальше было счастье. Всевышний благословил их двумя замечательными дочерьми, Аленой и Наташей. Я всегда говорю, что долгом каждого родителя является вырастить достойных детей. Что это значит? Вырастают у нас дети... Карьера у них складывается, мы гордимся, правильно делаем. Но мой долг выполнен, как родителя, как отца, когда наступает момент, и я говорю сам себе, вот моя дочь выросла достойным человеком. О, вот тогда я сделал то, что нужно. И Женя по праву гордился своими дочерьми. Он вырастил замечательных детей, Алену и Наташу. Алена замужем за Филиппом, и Наташа замужем за Сашей, которые оба были дороги сердцу нашего дорогого Жени. И у него есть три замечательных внука, Паша, Бен и Нейтан. Ну, Бен и Нейтан еще молодые ребята. Паша у нас уже взрослый. Аж в Калифорнию попал, эмигрировал. В Сан-Диего, на границе там. Ну, Женя очень гордился своими внуками, гордился их достижениями. Мы знаем, что они своими добрыми делами и своими успехами будут достойны светлой памяти своего дорогого дедушки. Сейчас, друзья мои, я хотел бы поделиться с вами мыслями, которые хотела выразить Стелла, старшая сестра нашего дорогого Жени. Вот ее слова.
Мой дорогой, любимый братик Женечка, спасибо, что был со мной в моей жизни почти 80 лет. Ты всегда до конца моей жизни останешься рядом со мной. Для меня ты всегда будешь живой. Мы с тобой многое прошли вместе. Эвакуацию, эмиграцию, стройотряды. И ты всегда оставался преданным и надежным другом. Ты был хорошим братом, хорошим сыном, хорошим мужем, любящим отцом и дедом. Ты был хорошим человеком и останешься таким навсегда в наших сердцах и в нашей памяти. Ты многого достиг в жизни. Я всегда гордилась тобой, и ты был примером для подражания для меня, для нашего брата Миши, для наших детей и внуков. Наша вся жизнь с тобой прошла во взаимопонимании, взаимопомощи нашим детям, нашим семьям и внукам. Ты был надежным тылом своей семье, опорой и помощью родителям, верным другом мне. Я надеюсь на встречу с тобой. До свидания, брат. Вечная тебе память. Твоя сестра Стелла. И сейчас, друзья мои, я хотел бы предоставить слово Мише, брату Жени, поделиться. Он поделится своими мыслями о нашем дорогом Жене. Да, Мишенька, давай. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех тех, кто помог и организовал это мероприятие. I'm sorry, I'm speaking Russian. I hope Elena transfer you, translate. Рэбе, спасибо. Я хочу сказать спасибо от своего имени, от имени семьи тем, кто сделал прекрасный монтаж, тем, кто подобрал все прекрасные фотографии, тем, кто помог, как вот в этой красивой торжественной обстановке, помянуть, поговорить про Женечку. Женя нас всех объединял. Женя был нашей мамы сыном. Она была белым голубем, а он был ее сыном. И мы недавно со Стеллой говорили, она никогда с ним не ругалась, а мы иногда с ним дрались. Мы были рядом. Я говорю про себя. Мы были рядом. Я 76 лет рядом. Первые слова, которые я помню из первых, это были братичек, братитик. Я его как бы ласково называл этим именем. Мы спали в одной спальне и общались. Потом у нас была своя одна комната. Мы всю жизнь с ним общались, любили, дружили, помогали. И я счастлив, что мне удалось сделать так, что мы в 93-м году воссоединились здесь. И он прожил еще больше лет, чем он, как бы так сказать, мог бы прожить в России. И я счастлив, что я имею к этому какое-то отношение. Томочка, безусловно, ты тоже имеешь к этому отношение, потому что за 60 с лишним лет вашей жизни мы не раз поражались терпению, любви и отношениям вашим. Это было как бы образец чистоты, доброты, терпения и помощи друг другу. Вы, девочки, тоже, вы приложили свои руки и свои силы и свою помощь в продлении Жениной жизни.
что он ушел, к сожалению, но подарил нам несколько лет хотя бы возможность увидеть, как он дышит, как он живет, как он до последних дней говорил, когда ему говорил: «Братик, я тебя люблю», он говорит: «Я тебя тоже». Я до сих пор слышу этот голос, я до сих пор вижу этот голос, интонацию и силу его энергии, как он это говорил. Стелла, спасибо тебе за то, что ты фанатично предана в течение всей своей жизни и женщины жизни. И я тебе скажу откровенно, я даже где-то ревную тебя, ревновал. Мне все время казалось, что ты его любишь больше, чему я, кстати, тоже был рад, что он заслуживает, и он чувствует эту любовь и наши отношения. Сегодня, к сожалению, мы говорим «был». Сегодня, к сожалению, а может, я не знаю к чему, но я не могу поверить, что его нет. Трудно говорить, трудно вспоминать. И трудно, как бы, так сказать, понимать, сознавать, что его нет. Я хотел бы, чтобы мы договорились, чтобы мы, как бы, почувствовали его уход в силе нашей любви. Мы оставляем детей, и мы оставляем память. И я хочу, чтобы мы всегда чувствовали эту боль, эту память, эту любовь. И я знаю одно, есть такое выражение, оно всем, наверное, известно, и все, наверное, знают, что человек живет, пока его помнят. И мы будем его помнить. Я не представляю, как к этому отнесется Коля. Но я знаю, что мы его всегда будем помнить. И мы всегда его будем любить. И я ему говорю: до свидания. Собственно, как и все мы. Я уверен, что мы там где-то, когда-то увидимся. И я знаю, что он сегодня уже молится за нас, как мы помним, вспоминаем и будем молиться за него. Вечная память, братик. И сейчас, друзья мои, я хотел бы предоставить слово Алене, которая поделится своими мыслями о своем дорогом папе. Я так понимаю, она от имени Наташи тоже будет говорить, да? Да, somewhat, да. Алена будет говорить по-английски. I'll try. I'll do my best. So, thank you all for coming. Very, very much.
my first childhood memories of my dad were probably around five, when I was four or five years old. At that time, we lived in Riga, Latvia, which is one of the Baltic republics. Now it's an independent country. I remember like flashes of memories. I was having a lot of cold, especially in winter. And as a consequence, I had earaches and ear infections all the time. So what my dad would do when my mom was through with my torture is to take me on his arms, put my head over his shoulder, the aching ear towards the shoulder, and walk around the room we lived in, singing lullaby, which was not a lullaby, it was a very pretty sailor song, very romantic one. I still remember that song. I still can hum it. Because we all were vagabonds at heart, I guess. I got it from him. He was very musical. He, the whole family, all our family. It didn't transpire into professionalism, of course, but he had a beautiful voice and used to take me together with mom to concerts, ballets and operas, doesn't matter where we lived. When we lived in St. Petersburg, now then Leningrad, my uncle was involved into jazz festival organizations. And it was the early 70s. And I was with him, and he was enjoying it full-heartedly. I wasn't that much joyful, but I was listening. And eventually, I learned to love jazz. Dad loved poetry. He was an avid reader, even though later in life, he didn't have much time to read. As a child of war, he especially preferred books about war and novels and articles and songs. Because he was born in 1941, 2 months prior the war began, Patriotic War, the war on Russian territory. The World War already was raging. All his life, Dad advanced his career, not only because he was a motivated learner and overachiever. That was instilled into him by his beloved father. But because he wanted the best for his family and for us, he wanted to be a good provider. Because it was one of the very few ways to advance yourself economically and financially, being educated, very well educated. As Rabbi Tillman mentioned already, he started working at the age of 14 to help his parents, his family. It was early 50s, life was still very hard. Most of the country was in ruins. And we lived in Riga then. He lived in Riga then with his family. And he never stopped working since then. And in between, he managed to graduate from 2 colleges. The first one was the College of Fishing Industry in Kaliningrad, which is the far west corner of Soviet Union, now Russia. Borderline with Poland now. And he got a degree of in engineering. The second one was the Institute of Navy Transportation in Leningrad. And then he got his degree in economics there. And he brilliantly graduated
and the he was he was allowed to stay as a member of the faculty and start teaching, and eventually he got his PhD in economics. And he did it via distance learning, all his education, distance learning. In the Soviet Union, at that time, with no Zoom, no online, no laptops, no nothing, you had to work full-time, come home, open your books, and study. And twice a year, you had to go travel to the destination where your college was, you're seeking degree from, and sit and pass your exams. Usually takes a month or two. It was very grueling, was not easy. And he did it very successfully. He was brilliant. And then at that time we moved from the Baltics to Leningrad, and now St. Petersburg. He was working, mom was prepping and helping him all her life, and he worked as a researcher in the head of the Department of Research at the Institute of Naval Engineering in Leningrad. He was taking me to trips if he thought it would be very interesting and beneficial for me, would it be Moscow or any other place, where I could meet incredibly interesting people and learn to expand my horizons in my early teens then. And despite working hard and all his life, he never stopped being fun-loving and outgoing. That was his personality. That's how I remember when I was very young. And once during summer break, I remember we lived in Lithuania then. I was living in Lithuania then. And mom and dad were visiting me periodically when they had a vacation time and I had school break. So he would take me, mom, their friends, their kids, and take us on a small local trip to Karenian Split by the Baltics, where we used to live. And it was fascinating because we tried always to search for World War II relics, which 25 years later, after the war ended, you could still find in those forests by the Baltics. It was very interesting countries, very interesting areas, and very, very good time for us. So he also would always find a suitable pine tree, carve a small, take a small piece of bark, which was very soft and brown, and carve out a small boat, toy boat, so we could launch it later on in some small pool of water somewhere. He always believed that good education and knowing foreign languages is a prerequisite for better opportunities in our future lives. And our lives proved him wrong many times over. Many, many times over. So I graduated from school where sometimes teaching was done, certain subjects were done in English. I graduated high school, I was 16. And dad tried very hard to put me into that school. That was not an easy matter. It was a good education overall, but those few schools with foreign languages as a main subject were very few, and it was very hard to get into. And my sister graduated from school where Italian and French were one of the main subjects, which helped her in her travels too. And of course, English helped me to advance myself much faster here than otherwise I would have. In 1989, our family made a difficult but necessary decision to immigrate to the United States just to survive. Nobody likes to think of those times, neither here nor there, trust me. It was a catastrophe. It was absolute and abject horror what was going on.
We didn't feel that. We didn't realize that because Dad was still providing. We didn't know how. And honestly, nobody wanted to know how. And unfortunately, the stress of losing everything you ever lived for. Cultural shock upon arrival. Cultural shock of immigration. And the inability to apply your experience and knowledge here brought up depression, anxiety, and probably reversible processes, which eventually turned into Alzheimer's disease. A lot of people of my dad's, my parents' generation suffer this in this country, not as much abroad, trust me. Those who survived, but not many. Losing our dad of Alzheimer's disease was a grueling and painful process of over 20 years. This disease is one of the cruelest that one may suffer because it slowly robs a person of their precious memories of their life, their mind, and eventually their body. Even with the worsening of it, of this disease, which is progressive and terminal, it clouds your mind, memories of love, devotion, compassion, gentleness. But somehow, sometimes, you could see this glimpse and having tender, sweet moments, which we will always treasure. A slight nod or a glint of light in his eyes, which would let us know he's still there. He was a very good man, very kind, very selfless, very vulnerable. And when the disease itself, which affects your judgment, affects your behavior, affects your personality, when all these things were gone, when once the later stage advances, this is the only thing we could see. Kindness, love, selflessness, forgiveness. He was a very loving husband, devoted son, very devoted brother, devoted uncle, wonderful father, and the irrepressible grandpa any grandchild can only dream of. There's so many, many memories of that. Without his help, I don't know if me, especially me and Natalie, would have been successful. He took a lot upon himself, and even though he couldn't apply professionally, his help in raising next generation is irreplaceable. We love him very much. Thank you. Сегодня, друзья мои, мы расстаемся с нашим дорогим Женей. Час его настал, и Всевышний призвал его к себе. Его страдания закончены. Его душа свободна. Ваши страдания, глядя на то, как он страдает, тоже закончены. Женя теперь на небесах, и, Мишенька, ты правильно сказал, он просит Всевышнего за нас. Что он просит Всевышнего за нас? Чтобы мы были здоровы, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы жили хорошо, чтобы мы были достойны светлой его памяти. Поэтому, да, мы когда-нибудь встретимся еще,
Но, Мишенька, спешить не надо. Чтобы у всех было здоровье, чтобы все жили хорошо и долго. Об этом он просит Всевышнего. Ну, а здесь, на земле, ты прав, Миша, опять же, мудрый человек. Столько, сколько мы его помним, он будет с нами. Он будет жить, он будет живым, вдохновляющим нас присутствием в этом мире. Да будет память нашего дорогого Жени благословением всем нам. Почтим память покойного минутой молчания. Прошу встать. Please rise for the moment of silence. С нами Бог, не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке шумном жизненных тревог, владеешь ты всерадостную тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Эль мале рахамим шохем бам ромим. Амца минуха нахуна альканфе яшхина. Бамалок души моторим козара раки мазирим. Эт нишмат Евгенича Аллахлу уламу. Ба аля рагамим ястарегу бесетр канафавлу уламим. Вецо бетур ахай мейт нишмату. Адонай ху нахалату. Ваянух башалом аль мишкаву. Ванамар омейн. Бог сострадания, вечный дух вселенной. Даруй покой в присутствии твоем нашему дорогому Жене, что вошел в вечность. О Бог сострадания. Да найдет он пристанище под сенью крыльев твоих, и да будет душа его окутана покрывалом вечной жизни. Бог – наследие его, да упокоит он душу его. И вместе скажем «Аминь». Прошу садиться, друзья мои. Перед тем, как мы все направимся на кладбище, где мы совершим ритуал погребения, мы также увидим визуальную презентацию светлой памяти нашего дорогого Жени. Я хочу еще раз пригласить Мишу здесь, сюда, к кафедре, сказать несколько слов в качестве введения в презентацию. Миш, пожалуйста. А, не Миша, да? А, хорошо, давайте. Да. Мне просто сказали, что Миша объявит. Ну, да, конечно, пожалуйста. Конечно, конечно, да, давайте. И прям сразу переходите. Да, вы можете вот это подготовить. Чтобы я прочитал? Да, это мой вот на твою ноту. А, вы хотите, чтобы я прочитал? Да. А, хорошо. Хорошо, так. Надо было предупреждать, чтобы я очки надел еще. Ничего, ничего, ну, слушай, экран, да. Друзья мои, да, сейчас я зачитаю еще одно сообщение. Просьба прочесть это на похоронах. Дорогой мой дядя Женя, я счастлив, что в моей жизни... Вы прошли все мои 44. Я благодарю вас, что вы были защитой и поддержкой моей маме. Я помню вас от того момента, где вы принесли апельсины в больницу, когда дети еще ничего не помнят. Первая моя фотография с вами, где я стою с ружьем на веранде с вами в Юрмале. С ружьем? Игрушечная, нет? It's a big one. Big, like a real one or a toy one? You remembered, okay. Апельсины, ружья у нас пошли. Хорошая жизнь. Я помню, что вы сказали моей маме, когда она тяжело заболела, а мне было только 6, что вы меня усыновите и вырастите как сына. Вы для меня всегда будете пример, каким должен быть отец и муж. Я вас люблю. Окей, sure. Yeah, I'll recap, because right. It is a short text, but I will almost, you know, I'll translate almost verbatim. My dear Uncle Eugene, Uncle Zhenya, I am delighted, I'm happy that you have been in my life for all of my 44 years. I am grateful that you have been a support and a defense to my mom. I remember you from the moment when you brought oranges into the hospital
and at that point, children usually don't remember anything, but he does remember that. My first photograph with you is when I stand at the veranda in Jurmala. Jurmala is a town in Latvia, for those who don't know the geography of the Soviet Union. I stand there with a gun, with a rifle. I remember that you told my mom when she was gravely ill, and I was only six, that you would adopt me and will raise me like a son. You always will be, and for me, an example of a wonderful husband and a wonderful father. I love you. Да. Я скажу по-русски, и потом, может, по-английски скажу еще раз. У меня маленькие памяти о дяде Жене в России, но большинство памяти в Америке. В России я помню у нас дачу очень хорошо, где у нас все три дачи были объединены. И наша семья как-то вот с этого опоры для меня всегда была объединена. Я очень горд нашей семьей. Я очень горд вот теми уроками, которые мой отец и дядя Женя, и тетя Стелла все передали нам, и это близость, преданность и любовь. И дядя Женя, вечная ему память, он был сильный человек, который повлиял на моего папу. Мой папа всегда говорил о дяде Жене с таким чувством любви и looking up to, он очень гордился дядей Женей. И мы никогда не прощаемся, мы всегда вместе, и энергия только меняется. И наша энергия, она здесь только на короткое время. Мы всегда найдем всех своих любимых и родных позже в жизни. Это только stepping stone. A few things that I'd like to just reiterate, I don't know if it'll work, but I only have a few memories of my uncle in Russia, but a lot of them are here in America. In Russia, we had a very tight family unit, and all the things that got passed on into my family were instilled by my grandparents. I didn't get to meet my grandfather from my father's side, but I know that all his traits are deeply instilled in my uncle, my father, and my aunt that got passed on to all of us downstream. And I'm grateful to have met my uncle and have him as an example in my life. My brother looks very similar to him, so I will never forget my uncle. He was a testament to what a true loyal person to a family is, and all those skills that he passed on to his daughters, and rightfully so, to his grandchildren, will live on forever and will be a testament to his memory. So it was a pleasure and a bittersweet pleasure for me to put this montage together, but it just shows what a strong person my uncle was. And дядя Женя, вечная вам память. Very painful for me to do this, but it was, again, gratifying for me to give at least something back. Thank you so much for all you guys coming. And Alena and Natasha, I love you dearly. Thank you.
This does conclude the service here at the chapel. The interment will be private. For the family members who are here and going in procession, we'll be forming the procession in the parking lot. Please keep in mind a few safety features while in the procession. Keep your bright headlights on at all times. Put your emergency blinkers on. Attach the orange funeral sticker to the passenger portion of your front windshield. And we'll also attach a flag to the roof of your car. And please stay as close as safety permits to the car in front of you. On behalf of the family, I'd like to thank everyone for support for them during this time. This does conclude the service.